Настоящие профессионалы любят жен своих друзей. Блять, это я чего исполнил? Хорошо, я не твой друг. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Привет. Сегодня со мной мой эксперт и компетентный собеседник Дима. И сегодня у нас первое, ну, можно, наверное, сказать и так, что открытие сезона, да? Да, мы открываем сезон, 29 апреля. Да, но сезон мы будем с Димой открывать не просто так. Мы сегодня будем еще и делать распаковку нашей новой лодки. Лодка у нас называется «Аляска Тонна». 520. Ну, кстати, между прочим, я хочу сказать, я думаю, мы будем первые, кто в таком росте в 520-м покажем тонну на ютубе. Начнем. Начнем? Мы ее еще ни разу не распаковывали, только вытащили. Да, только вытащили, ни разу не распаковывали. С транспортного мешка. Это первая распаковка. Да, абсолютно все новая лодка. Вы увидите, что она распаковывается абсолютно первый раз. Видим, что где-то чего-то у нас уже дырочка в чехле. Надеюсь, что лодочка у нас не дрявая. Ого. Ого. Где-то, где-то она у нас, но... Они в прицепе, нет? Да не, они были в прицепе. Ну, это видно, видно, где-то в транспортной шла. Вот. Ну, кстати, сейчас этот момент нужно обязательно посмотреть. 520-я. Это типа... упаковщик или сборка, не знаю, там у них. Ответственное лицо. Ответственное лицо АТК, который проводил данные лодочки. Вау, запах. Ну-ка, давай посмотрим, где у нас дырочка-то была, Дим. Да. А вот это? Не? Ну вот. Где-то продавило чем-то. Чем-то продавило. И на что она попала у нас? Вот это, да? Да. Ох, как нам повезло, блин. Защита. Вообще попала на защиту, блин. Видите, транспортировки, уважаемые зрители, дело такое. Никто от этого не застрахован. Стяжного нет, что ли, у меня в комплекте? А, стяжного видно нет, видишь, замотали. Ножик дадим? Есть. Есть ножичек, да? Смотри, я-то готов сразу же. Понимаю. Уровень. Это который я еще затачивал, тебе фирменно, да? Да. Новогодний подарок. Здорово. Это пакет такой большой? Нифига себе, не кислый. Не кислый пакетик, однако. Я даже не знаю, что у нас больше получится. Открытие сезона или обкатка лодки. Ну, мы хотим совместить полезное с приятным. Ну, у нас, я скажу, еще мало того еще обкатка лодки. У нас еще и обкатка еще одного нового мотора. Мы видим, что с него даже шильдик еще... Нам говорит о том, что масло не залито. То есть старый мотор после нашего с Димой капитального ремонта, который мы вместе перебрали своими руками. Будем пробовать. Да, будем пробовать двадцатку. Кстати, будет очень интересно посмотреть зрителям, как пойдет под винтом 520-я тонна на двадцатке и как она уже пойдет на тридцатке, да? Да. То есть у нас вот такая большая задача. Ну и, конечно же, мы еще хотим порыбачить. Потащится. Давай. Сейчас потащится. Ух, тяжелая. Не кисло. Не кисло, да. А радуги зависло. Да, ну, чувствуется вот эта узковатость. Мы-то с Димой уже сколько мы? 3 сезона на Алясках, на этих, на первых. Ну, да, у нас 2 Аляски. Одна-то такая же красная. Да. Ну, я имею в виду эти, которые не тонны, а простые. Цвет-то такой же. Да, цвет такой же. Ну, у нас те 470-е обычные. Не, ну прям навьё, чего тут скажешь. Все так здорово, приятно выглядит. В руках прям чувствуешь такой хороший. На поощупь ПВХ. Да, видно, как баллоны внутрь не заложили. Давай что, подключаем насос. Да, давай попробуем накачать. И тогда мы ее уже повертим, покрутим, да? И что-то уже можем сказать, как это все будет выглядеть. Видно, клапана такие же, как и на
первой серии Аляса. Кстати, у них сейчас очень хороший у Сибривера модельный ряд по Аляскам идет целый. Там и они всяких разных модификаций начали делать, эти Аляски. Расширили этот весь модельный ряд. И как бы это здорово, да? Что ты можешь взять, по сути дела, под любые условия, под любые случаи жизни, под любые моторы. Но идея всех Алясок – это узкие длинные лодки. Да, чтобы максимум реализовать лошадиную силу на килограмм веса. Через наши, уже как бы сказать, руки прошло достаточно много лодок. На сегодняшнем рынке, скажем так, с каждым днем фирмы, которые делают лодки, растут как грибы, да, Дим? Каждую зиму успеваешь, открываешь, смотришь, там лодки появились, там появились. И все производители пытаются занять свою нишу, чем-то удивить какими-то своими конструктивными особенностями, да, Дим? Компания Сибривер, мне кажется, они плотно заняли свою нишу. Да, в этом плане, да, Аляски, мне кажется, плотно занимают свою нишу. Мы же раздумывали, что какую лодку нам купить под 30-й мотор, чтобы возить много груза. Ну, присмотрели, мы остановились, в общем-то, на Аляске. Абсолютно верно. Включай кнопочку. Вот такой у нас новый зверь будет в нашей с Димой коллекции. С гулями ни разу не было лодки. Да, с фальшбортами. Ой, с фальшбортами, что-то я назвал. Да, да. Ну, я думаю, все зрители поняли. Мы просто с Димой уставшие. Дима вообще сегодня с ночной смены. Я тут тоже до 3 ночи не спал, двигался. То есть мы сегодня все такие заморенные приехали. Ну, у нас сегодня лайт день. Да, лайт день, да. Хотя задачи... Задачи не детские. Не детские, но они в лайт. Да, на самом деле они приятные, эти все хлопоты. Но на самом деле это действительно не просто столько дел перелопатить. Все это сделать, обкатать, попробовать, настроить. Еще попытаться развернуть и поймать какую-нибудь рыбу, блин. Это вообще. На Аляске там даже это была такая наклейка, они писали давление. Не, я баллон, диаметр. А, диаметр. Я даже что-то не в курсе. Я думаю, наверное, наши уважаемые зрители посмотрят уже в интернете все точные характеристики. Наша задача не рассказать точные характеристики, прочитать мы их и по паспорту можем, и все могут прочитать, правильно, зрители? Ага. Наша задача именно визуально показать, как это выглядит, чтобы народ мог посмотреть со всех сторон, со всех ракурсов и на воде, как это все. Чтобы сделать для себя, определиться, может, кому-то надо такую лодку, может, кому-то не надо, правильно? Давай посмотрим, что у нас в комплектации. Соответственно, есть руководство по эксплуатации, Аляска тонна, ножной насос. Вот, насосы мы любим посмотреть. Давай, доставай, посмотрим и проверим его состоятельность на жизнь. Потому что многие производители пытаются на этом экономить. С той тонной, с первой, которой, помнишь, он сам лодку не мог накачать из-за того, что эта пружина была не в состоянии его поднимать. Это мы узнали на рыбалке, когда она там поспустила за ночь, ну, как перепад температуры, и мы пытались накачать, это был полный трэш, короче. Не, ну, на вид. Давай, вставляй, попробуй вообще. Сейчас мы подключим его. И... На вид вроде ничего так. Ну, пластмассовые кольца, ПВХ-шечка, да, клапана. Это же клапан какой-то интересный, брат. Она не резинка, а такая пластмасса. Ну какой выдувает. Вот этот. Выше резинки стоят, и тут какая-то такая. Ну тоже резинка. Ну такая грубая. Хитрая конструкция, складывается. Ага. О, пролези сделали. Это, да, это чтобы. О, интересно как. Больше воздуха. Да, чтобы он складывался. Ну давай попробуем хотя бы дунуть пару раз для зрителей, что это действительно мы не просто диванные эксперты там, а что-то могем. Проблема соскакивает, да? Да, надо что-то подмотать. Надо что-то подмотать или чем-то это хомутик какой-то сделать, да? Ну, самое главное, это все встает по резинкам, все ровно. Да. Что, состоятельный насос? Что-то хрустнуло. Ну, вот это видно, когда садится борта же с двух сторон. Это нормальное явление.
Да, тут до конца прожимаешь, они друг на друга, эти борта попадают. Ну, имеет. А можно мне попробовать? Имеет право на жизнь. Да, насос однозначно имеет право на жизнь. Да. Вполне вменяемый насос, рабочий. И при желании вы все можете им накачать, подкачать. Вот Дима просто до конца одел под самые эти помидоры. Все как бы нормально. Хотел доколупаться. Думаю, а вот она щель. Оказывается, эта накладка идет. Видишь? И толсто как бы толщина. Я думал, щель. Ну, думаю, сейчас лодку обосру. Видишь, хотел доколупаться, думаю, вот она, блин, накосячили производители. Да нет. У нас же задача же такая, понимаешь, как бы. Найти косяки и всем зрителям показать, что вот как производитель делает. Не, ну я хочу сказать, что за последние годы наши, ну, наши производители лодок вышли на уровень. На уровень, да? Да, раньше там что, кроме там Сузумаров и каких-то импортных этих. Не, ну вообще я бы сказал, Сузумар-то очень качественная штука, ну, между прочим. Я имею в виду, не знали. Да, ну а что бы, я бы... Китайские лодки. Я скажу, если бы сейчас бы Сузумар бы сделал там разные варианты, там с надувным дном, НДНДЛ там, или многобаллонное. Качество у Сузумара, я бы сказал, намного выше наших отечественных. Я не хочу сказать про качество или еще что-то, я имею в виду, что... Сейчас, ну, наши подтянулись. Наши? Качество, да. Ну, ты знаешь, я бы вот как бы не сказал цену, да, нехилая цена. Например, вот у меня вот с Саларом же есть проблема, кстати. Нам еще Салар обкатывать надо, который мне поменяли новый, неизвестно там. Не пробовали еще. А мы его не пробовали, мне после брака его поменяли. Цена-то его как лодочного мотора, блин, этого Салара. То есть как бы... Да, Аляска, кстати, конкурентная в этом плане. Аляска в этом плане конкурентная? Нет, я понимаю, если производители уважаемые, если меня смотрите, если вы делаете, да, свою продукцию и просите за нее, как за японский лодочный мотор, да, ну, то есть, или за эти деньги у нас на Дальнем Востоке, там, за 130 можно бушную машину купить какого-нибудь, там, 95-го года, там, и шпилить на ней еще 5 лет не заглядывая, да, ну уж... Причем, если на ней еще 10 лет проездить. Да, еще 10 лет проездишь и не заглядываешь. Если вы по цене продаете по такой лодке, то уж извините, уж надо уж как-то сделать красиво, да? На Саларах не ходил, ничего не скажу. Ну, походишь у меня на моем. Не было у меня почему-то Салара никогда. А потом, почему я скажу, я хотел купить Салара, а мне не хватало денег, и я пошел купил Гольфстрим. Да, и мы двигались на Гольфстримах, да, нормально. Мы бы, может быть, бы и сейчас двигались, но просто их нету, сняли с производства. У меня был этот фрегат, по-моему, или нет. Лидер лодка у меня была с этим такой складной пол, спаёловые эти, складной пол, эти стрингеры, блин, пока соберешь все пальцы себе, поддавишь, блин. И я как-то с той поры решил, ну, чтобы НДС, чтобы дно было надувное дно, ну, да. На нем только и гонял. Ну да, оно удобно, ну. Ну, кстати, я смотрю, наши западные коллеги, которые живут в западной полосе России, мы на Дальнем-то Востоке быстрее намного прыгнули и оценили вот эти вот надувное дно, НДНДЛ и все вот эти технологии. Там до этого они, смотри, туго доходят, а у них до сих пор еще стереотипы, что вот может на нем что-то стоять не так. Они вот только сейчас это еще вкуривают. То есть они там как-то более консервативно к этому относятся. Не, у нас специфика другая. Да. НДН почему пошло в гору из-за горных речек, ну, да, из-за камней, из-за валунов, потому что, ну, у тебя баллон, он об камень прожался и пошел. Да, плюс еще водометная насадка, это ж V-образное дно, оно не очень под водометными насадками. Тут у тебя будет паёло лежать плотно, и дно ты найдешь на камень, оно плотно об нову это прижмется, об паёло, и ты порвешь ее. Мнение, да это не мнение, это, наверное, так оно и есть. Потому что баллон тем, 2 килограмма накачанный, он по камню, по коряге, он от пружины. Вот, кстати, что удобно, в трансе мы видим сразу же дырки, изнутри сразу пропитаны, да? Ну и транец достаточно плотный, у него максимальная
полтинник должна быть. Максимальная мощность мотора. Максимальное давление 0,35 у нас. В общий вес 1000 тонн на 200. Максимальность 40-ка? 40. Ну вот видим, все данные у нас на шильдике указаны. Ну тут они нормально пишут, что можно, что не делать. Что, как бы сказать, вот такая вот инструкция. В картинках, да, все четко, да, все четко понятно. Видим, что нужно прочитать инструкцию при использовании, пользоваться спас-жилетами, одевать ключ на руку. Ну, с этим я не согласен. Ну, с этим можно поспорить там, да. Ну, то, что на ней дно глубже, чем на Абакане, это меня реально радует. Это значит, будет... Это будет удобнее сидеть. Не, ну она классная. Такая узковатая, длинная. Ну, Солар, по-моему, шире. Конечно. А, хотя вот этот, Суперджет, который это этот... Нет, он, по-моему, такой же по ширине. Ну, мы как-нибудь их сравним. Да, мы их одинаково потом это на воде и на той будем. Мы обязательно возьмем рулеточку и прям, не отходя от кассы, мы сравним эти лодочки. Посмотрим, что еще в этом чудесном пакетике. Ну, давай показывай, ты до конца-то как-то это... А я убежал с насосом и начал качать. Забыл совсем. Шнур. А это сидушки. Ну, сидушки же тут же не на этих же идут, не на липтросах. Ну, стандартный ремкомплект. Клей. Бутылочки модные. Ладочки сразу же фигурно вырезанные, да? Да, вот это вот очень мне нравится. Потому что ровно ножницами на берегу вырезать, по-моему, будет криво. Тут, в принципе, можно отремонтировать сразу же лодку. Да, да. Красиво, да, и надежно. Ладки есть всех размеров. Ну, все и на дно, и на борта. Ну, хорошая лодка. Ну, единственное, наверное, надо будет добавить наждачечки немножко там еще. Ну, клея побольше взять. Ну, да. Какой клей тут неизвестно. Не, ну мне конфигурация, так смотрю, нормальная. Да, мы не надули главное сейчас. Ну. Фальш-борта. Фальш-борта, ну. Смотрим, что та, как она и тоже ни разу не было с фальш-бортами лодки. Ребята мне сейчас звонили, рассказывали у них Абакан с фальш-бортами. Очень удобно, говорит, ходить, сидеть удобно с фальш-бортами, ну, нагружать. А попали в шубу и идти на весла, говорит, гребстись мы замучились. Вот буквально. Да, весла вот так вот встают. Ну, наверное, надо брать тогда шест, и как у дегейцы. На шесту, да? На шестах они вот. Ну, смотря где по горняку, а на Амуре, где там глубины такие на шесту. На веслах ты там умрешь грести. И у нас на той Аляске была проблема, когда мы с Димой чуть под залом не влетели. Если бы тогда не Дима в Эдесах выпрыгнул, может быть, нас сегодня бы и не было бы, да? Но проблема на старых простых Алясках была это с веслами. На данный момент мы смотрим, есть у нас вот именно такие фальш-борты, есть длинные весла, и мы сейчас с помощью их, да, будем пытаться, да, будем отходить от берега, да, как бы, ну вот это мы сейчас и проверим, никогда мы этого не делали, это снимается, зрители, специально для вас, чтобы вы понимали, сможете вы, не сможете, ну да, весла достают, оно гнется хорошо так, да, Дима там что, на нос подавливает, да, ну я думаю, мы сейчас... О! Там еще и мотор у меня, кстати, поднят. Я же его до конца не поднял, он там в пол воды стоит. То есть мы видели, что весло у меня даже припогнулось, Димон, смотри. Я вот так вот рвал, оно даже маленько изогнулось в дугу чуть-чуть. Это лучше всего. Да, я имею в виду не сама лопасть. Да, лопасти-то она непонятно, что загнутые, да, были. А я имею в виду сама даже вот эта трубка чуть-чуть подизогнулась. Но тем не менее...
Это говорит о том, что весла до воды, смотрите, достают. И с помощью их мы можем отойти. Ну давай, доставай. Знаешь еще, что мне нравится в Сибривере? У них весла вот в такой сумке идут. Да? Ну как-то раз, и они у тебя это, а то в спешке там два весла закинул, полтора, колено забыл дома. Ну да, тут именно для весел прям отдельная сумка. Да, отдельная сумка. О, она же даже изогнутая слегка. Изогнутая. Ну, стандартная. Регулировка по длине. Угу. Но оно не длиннее стандартных. Ну, я имею в виду... Оно, походу, длинноватое. Что-то, вот, наверное, для того, что... Да, из-за фальшбортов оно, по-моему, длиннее. Ну-ка, поставь рядом с собой. Да, ты смотри. Да, метра два. Да-да-да. Обычно короче весла. Тут Сибривер, видно, сделал расчет, что будут фальшборта. Продумали, да? Вот, кстати, сейчас Дева продемонстрирует, как вот работает с веслами управляющий человек лодкой. Я смотрю, что все нормально получается, да, Дим? Это уровень против такого хорошего течения. Человек, сидящий на румпеле, может гребсти, решать вопросы. Если вдруг там куда-то несет, то чего, понимаете? Вот главное, уважаемые зрители, весла были в управлении того человека, который управляет мотором. Это очень важно. Кстати, мотор работает нормально. Ну-ка, дай газу, выйдет на глиссер. Офигеть! Офигеть! Двадцатка просто прет эту лодку, мужики! Нифига! Вот это уматное тоже, вот как на Абакане. Мягенькие вот эти ручки. Смотри, они мягкие. Ты берешь, чтобы не резало ничего, вот удобненько. Мне кажется. О! Вот так вот тоже, да, классненько. Блядь, эти тяжелые моторы. Такая жопа, блин. Уже стационарно. Да, конечно, это. Уже стационарно. Не успеваю возить его на телеге. Ты считай, допустим, если что-то случилось, и ты стоишь по пояс в воде, тебе уже сюда будет запрыгнуть тяжело. Угу. Это надо и быть... Или ты попал за борт. Это надо, да, быть и Симбаевой. Если ты попал за борт, то ты сюда уже точно не запрыгнешь. Только с носом. На горняке, наверное, уже нет. Наверное, только к одной идти. Нет. Нет? Не надо. Не надо. Слушай, а электросы, это что, их постоянно привязывать и отвязывать? Нет, липты. Да, эти да. О, господи. Кого? Сидушки? Да. Липтрос их чик одел, снял, все. Здесь видишь. Но зато тут уже не растянется ничего, то есть, ну, да. Плюс огромный в том, что да, ты выставил под себя, и она уже тебя сюда никогда съезжать не будет. Так, ну что, насос убираем, пробуем. Да, ну что, будем сейчас крутить, вертеть. Ну что, как тебе пароход? Ну как, классно пока. Вот то, что у нас никогда не было лодок с фальшбортами, я вот сейчас пипец к ней подхожу. Вот, подходи сейчас, вот. Тут, думаю, камера нас заснимет, вот это, сбоку. Она тебе по пояс. Она тебе, да, по пояс конкретно, блин. То есть, а считай, что ты еще в воде стоишь, ну, к примеру. По пояс. Да, это, да, да. И ты уже вот так вот по грудь, и запрыгнуть сюда уже, ну, блин, все. А если ты выпадаешь, короче, это, что... Ну, она транспортная лодка. Да, это транспортная лодка.
То есть это экспедиционка, как я понял, транспортная лодка. Мы больше рыбаки, конечно, да? Ну да. Да, и мы ценим удобство именно для рыбалки. Ну потому что сидя, вот там, ты сидя сидишь, рыбу подвел и, ну, вот отвел. Вот, и ну да, это, нет, это же надо же, да, это же надо показывать так, это ты когда внутри так вот сидишь, вот так вот раз, рыбу хоп, пошел, а тут, да все, я уже ее не нахвачу. Я уже рыбу не нахвачу уже вот так вот. Не, ну в принципе вполне можно ходить даже без поел. Можно нормально. Мои первые следы. Залазь, попробуем. По сравнению с абаканом, я скажу однозначно, как пит глубже. Однозначно глубже. И это мне больше нравится. Более глубокий, как пит. Кстати, может быть, им даже баллоны делать не круглые, а плоские, как блины, чтобы как пит был глубже. То есть не круглый баллон делать, а плоский. А как он получится? Как? Перегородку вставишь, чтобы он бок и все. Ну а как это делают матрас на НДНДЛ? Почему оно плоское, а не большой круг? Эти же. Я там представил просто такой, грубо говоря, сигарой. Вот, уважаемые зрители, вот так выглядит дно на данной лодочке. Видим вот такие вот скеги, 3 штуки. И надо отметить, что у этих данных лодок, у фирмы Seabreaver, что у абаканов, что у алясок, по-моему, самый глубокий тоннель. Вот именно. Вот из-за такой конструкции сделан. Самый глубокий тоннель. Нифига толщина, смотри какая. Резины какие-то. Ну да, там плотная достаточно такая. Да. Толщина такая. Ну это, по-моему, только вот на конце несколько слоев наклеено. До усиления. Да. Тут сделано четко так. Ну. Короткие буратины. Но она за счет длины. Посмотреть качество швов, пройтись. Да нет, здесь она точно очень скорее. Ну, во-первых, по качеству склейки и у тех алясок нет проблем. Даже они уже по 3 года отходили, и по качеству склейки, даже по прошествии 3 лет, никаких претензий нету. Здесь, я смотрю, тоже склеено все нормально, все по качеству сделано. Ну, практика покажет у нас сейчас, как чего, да? Только им подержи-ка. Сейчас еще вот с такого ракурса посмотрим. Ну да, лодка такая не маленькая. Да, я придерживаю. Такие вот лееры сделаны, натянутые. Я как понял, здесь я у них... Надо только держаться. Ну. Да, так чисто держаться. Но вот эти фальшборты, не так смотрю... Пиу-пиу, блин. Вот такие вот, как 2 упругих сиськи. Бля, ништяк. Ну что, уважаемые зрители, камеры у нас еще не сели, такой длинный обзор идет, как всегда. Вот так выглядит сама лодочка с фальшбортами. Трансы универсальные у них. Да, трансы точно такие же. Ты уже имел с ними дело, Дим. Нет, я имею в виду, что может тоже для абакана. А, нет, трансы одинаковые везде. Ну, вот такой. Да. Собственно, транец, да. Ну, транец, да, у них как бы нормальный. Стоит недорого. Ремень. Да, сделано нормально как бы. У нас в Хабаровске, чтобы сделать транец, блядь, просят... 6 рублей, да. Тут 4 800, там можно поставить транец, можно либо с этими уголками, да, если у вас там большая эта насадка, да, на водометной моторе, это улитка, либо, да. Либо если у вас смай маленькая, их убираешь, вот как мы на 20-ке, да, притираешь ее к борту и все. То есть лодка достаточно широкая, в отличие от аляски, от простой, да. Вот эта аляска тонна, она достаточно шире. И если так залезть, да, ну-ка давай залезем, присядем. В принципе, туда же
на одну лавочку, можно даже вдвоем вот так вот, да? Да. Оба. Не, ну, все, что сказать. А вот так-то намного выше. Ты смотри, тут уже высота такая. Повыше, да? Уже приемлемая. Я имею в виду сидушек вот этих вот. Намного выше, чем в Абакане. Уже можно сидеть более комфортно и можно... Да, нет, на фальшборте уже, да, не поездишь. Чуть только... Ну да, на баллон можно так присесть, если фальшборт. Кстати, да. Можно вот так. Вау, исполнять, короче, уже только можно тут. Это, ну и, соответственно, жесткости придает лодке эта перегородка. Ну да, в ней уже достаточно шире. Вот мы вдвоем сидим, два мужика по 100 килограмм. Мы уже спокойно вдвоем присели на лавочку, спокойно. Сюда также можно двоих человек. А так как сидушки 10-3. 8 человек поспокойно. Ну, тут можно 1, 2, 3, 6 человек прям вообще свободно на сидушке. Вот так вот по 2 чела садятся и поперли. Да, это вариант для мощных моторов. Либо под винтом, либо под водометом. Да, 30-ка винт, я думаю. 30-ка вот, винт это нормально. Ну, загрузка, если... Мы попробуем ее, конечно, на 20-ке. Ну да, сейчас там... попробуем, да, на 20-ке, как она побежит. Сейчас мы лодочку попробуем на 20-ке. Дмитрий Леонидович сейчас вот предлагает попробовать обкатку новой лодки Аляски Тунны в размере, в росте 520 на Сузуки 20. Хотите посмотреть? Сузуки 20. Идем после смотреть? После ремонта, да. После ремонта. Идем смотреть. Мотор 12-го года выпуски, очень уставший, там его капиталили. Мы его крутили, как мы могли. Его как могли. Дим, что, покажем? Покажем. Ну, давай. Пошли, попробуем. А вот, кстати, смотри, как четко заметно о том, что вот Сибривер позиционирует самый высокий, как бы сказать, глубокий тоннель. Вот сейчас вот ровно прям на земле видно, смотри, вот, Дим. Прям он реально, мужики, высок. Ну да, это, считай, 10, даже 15 сантиметров. Да, он, ну, не меньше десятки, за десятку. Мне кажется, под винт это вообще самотоп. Да. Что, попробуем жахнуть? Я думаю, всем интересно, как Аляска Тунна в росте 520, не ошибаюсь? 520. Как ее потянет изношенная в хлам Сузука? Да, Сузука охеренная. Ну что, Дима, садись по центру. Ну давай. Да. О, вот как. Смотрите, мы прям грузим ее, прям это вот, и мы посмотрим, будет ли выход. Погнали. Да, я думаю, будет. На третью. Вторая палка на третью, да? Давай, давай. Сейчас Дима поднимает на третий, ну, скажем так, на третье деление изменение дифферента. Или клиренса, как там правильно сказать. Ну, вообще-то правильно дифферента. Или тангажа, если по авиационному взять. Ну,
Ну, мотор, Сузуки. О, что за прекрасные звуки! Это звуки мотора Сузуки. Не, ну, все, он прокачался. Да, не, ну, ну, кстати, лучше работает по мощности. Ну, все, пошел. Я скажу, нормально. Дима, тебе спасибо за тест-драйв. Что хочу еще раз спросить, наш эксперт Дмитрий Леонидович. Вот он уже попробовал во всех режимах. И хотелось бы узнать, какие там общие впечатления. Мне лодка понравилась. Во-первых, ну, теоретически она всегда уже на глиссе. Длина бежит под маломощным мотором. Я ей только... Только надо отдать газу, не надо думать о размещении груза туда, вперед или налево-назад. Только дал газу, она раз, она пошла. Рулится она, как хорошая легковая машина, как Honda. Румпель на 90 градусов, я в любой, в принципе, в поворот, я влечу. Сидеть очень удобно, мне понравилось. Ну, как я нахожусь на задней банке, могу развалиться. В отличие от Абакана, проблема... С сидушками все нормально. Ну, на Абакане я не ходил, но я видел. Да, ну, Дима видел, да. Я видел, да. Тут я сижу. Мы видим, кстати, между прочим, вот я сейчас могу проверить. У меня есть такое видео, я показывал, что вот так вот на Абакане с сидушками вот так вот было. Здесь мы видим почти в два раза больше. Не, глубина кокпита. Удобно. Да, очень классно. Удобно. Мне понравилось. Ну, я считаю, это очень хорошая лодка. Прям вот как надо. Вот, наверное, фарибаштабы были. Да, и наоборот. Да, и, вот. Да, вот, кстати, между прочим, для рыбаков именно, для не для тех людей, которые поднимаются там куда-то высоко, понимаешь, как... Они же думали об съемных. Ну да, да, вот они же думали об съемных бортах, вот это важно, съемные борты, именно для рыбаков Дальнего Востока это важно. Да, это имело дело, как бы сказать. И либо борта неполные, потому что, чтобы рыбку поднимать там... У нас же... Мы хотим в одну руку взять и титьку, и письку, да. И письку, да, блядь, ну, лодка хорошая. Да, вот я думаю, если бы были бы съемные фальшборта, было бы офигенно. Ну, при этом конструкция была бы, ну, такая. Да, просто с ней приехали на табор, приехали, выгрузили вот тут, ну, куча, наверное, такая будет вещей. Mm-hmm. Я думаю, вот такая вот куча, 2-3 человека здесь, я сзади на румпеле. Мне как-то из-за них надо выглядывать. Скорее всего, это будет, я буду вот так вот на фальшборд, очень удобно. Облокотился, я как бы вот так вот буду это дело видеть. А приехали, выгрузились, и они уже не нужны. И уже надо, чтобы быстренько где-то с берега запрыгнул, где-то там достал, таймешку поднял, закинул за борт. Ну да, кстати, это очень, кстати, прикольно. Вот Дима сейчас накидывает тему такую. Съемные фальшборта, вот мы, допустим, поднимаемся вверх по течению на дальнее расстояние с большим грузом, там, со всеми этими делами. Мы их раз пристегнули, все, пришли на точку, фальшборта сняли, и все, мы комфортно рыбачим. Да. Это здорово. Вот это вот мы возьмем. Титьку и письку. Да, и титьку, и письку. Это здорово. И я считаю, что в Сибривиру надо двигаться в этом направлении. На этом мы с обзором про данную лодочку с Димой заканчиваем. Дальше вы посмотрите все уже на воде. До свидания, уважаемые зрители. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До свидания, до новых встреч. Пока.